Привет. Вот, в общем, моя CD-коллекция. Вот. В общем, тут, так сказать, диски AC/DC. Так, это наши. Тут все не по порядку. Тут, ну, что тут есть? В общем, ну вот еще один, так, это Крупнов. Наутилус. В общем, Deep Purple. Deep Purple. Это вот Who Do You Think We Are, альбом, и альбом Machine Head. Вот. Это как раз те диски. Вот это CD-диск с двумя альбомами. Ну вот, пиратка, собственно говоря, вот она. Вот так вот это выглядит. Тоже тут. Ну, смотрим дальше. Вот Бананас, кстати, тоже альбом классный. Так, что это? Так, ну тут Назарет, Юрайхип, Black Sabbath. Гарри Мур. Кстати, да. Ну вот. В общем, Black Sabbath. Так, тоже Гарри Мур. Да. Кстати, Deep Purple, In Rock и Stormbringer. Вот это вот. Да. Да. Ну вот. Можно проглядеть. Вот этот вот. Вот это, кстати, тот легендарный альбом, вот, который я сейчас держу. В общем, In Rock и Stormbringer, вот они тоже. Это CD. Вот. Это самое. То есть это вот тот пиратский CD, который я взял первым. В общем, да. То есть, как вот. Ну, собственно говоря, вот такой же. Вот он, вот такой же, только тут Machine Head и Who Do You Think We Are, но тут, вот, собственно говоря, и In Rock был тоже на таком же пиратском CD куплен. Ну вот, в общем, такая вот коллекция. Тут Pink Floyd. Вот, кстати, диск Angel of Retribution, Judas Priest. Так, ну это. Я уже не помню, что, ну, в общем, вот, как бы, тут, вот Брайан Адамс, тоже,
Так, это у нас что? Это Scorpions. Так, Pink Floyd, Yngwie Malmsteen. Джо Сатриани, Лед Зеппелин, так, это тоже Сатриани. Black Sabbath. Да, это с хитами. В общем, Led Zeppelin. Туда же. Scorpions. Черный кофе. Александрия альбом. Это альбом переписанный. Значит, Demolition, Judas Priest. В общем, этот Angel of Retribution 2005 альбом, этот альбом 2001, Judas Priest этот 2005 тоже на болванке записан. Вот еще Rainbow тоже, Deep Purple тоже. Так, что тут еще есть? Так, Nautilus. Ну, тут, я говорю, все вперемешку. Ray Charles. Deep Purple. Это что у нас Deep Purple? Это у нас вот Rapture of the Deep. Так, что это? Это Легион. Кстати говоря, тоже наша команда. Московская, Московский Легион. Назарет. Black Sabbath. Тоже Nautilus. Ози Осборн. Гарри Мур. Ну, в общем, вот. Так, Гарри Мур. Кто же тут? А, вот еще Гарри Мур. Тоже. Так, это Уитни Хьюстон. Ну, в общем, вот такая вот коллекция. Это коллекция начала 2000-х, собственно. Тут как бы все вот так в разброс. Что-то на болванках, что-то нет. Вот можете посмотреть. А вот. То есть... Вот так мы, собственно, слушаем и слушали музыку раньше. Вот, кстати, наушники такие, беспроводные наушники, тут с приемником, тоже вот, тоже такой атрибут. Ну вот, в общем, вот так вот, все понемногу. Тут решил, так сказать, ввести это, вот, как сказать,
залезть в закрома и порыться тут. Потому что, собственно говоря, это, ну, надо было сделать, дабы просто показать вам. Вот, Scorpions, так, это Led Zeppelin, опять же. Black Sabbath. Вот так вот. Такие вот. Сатриани, Мальмстин и так далее. В общем, все вот так вот. Это все по... В общем, лежит по... Значит, разложено по стойкам. Ну, стойки тут такие, сами видите. Вот видите. То есть они такие вот. Да, то есть что-то просто на откидной книжке. Вот. Просто, чтобы сложить. Говорится. Вот так вот. Такая вот коллекция. Кстати, что-то из наших, тут достаточно так, как бы мало. Но тут в основном, конечно, это все зарубежка. То есть это все зарубежка. Ну и чуть-чуть, я говорю, нашего вот такого, нашего этого, так сказать, такого российского рока там. Что-то есть в альбомном варианте, а что-то вот, собственно говоря, на сборниках и вот, ну, на перезаписанных кассетах. Ну, в смысле, кассета, говорю, дисках, вот CD-коллекция, вот такая вот. Так что, ну, вот так вот, то есть, такое вот тоже есть у меня, да, то есть я вот, так сказать, люблю иногда, то есть, слушать музыку на дисках. Вот кино, кстати, тут тоже, да, Deep Purple, в общем, так сказать, с последними релизами, ну, не с последними, но вот достаточно такой, Черный Обелиск, опять же, вот, Крупнов, Мастер, Pink Floyd, вот, Dark Side of the Moon, Black Sabbath, с классическими альбомами, Черный Кофе, то есть наша вот преимущественно московская школа. То есть я люблю вот наш рок, то есть это такой, начиная с московской школы. Вот так вот, то есть московская школа, это вот Легион опять же тут. Ну вот, что-то лежит, то есть, да, CD-коллекция вот такая вот есть. До сих пор все живо, все играет, все звучит. Так что так. Вот такие вот дела.